Всем привет! Мы на канале Vita Channel. У нас сегодня вот такие вот замечательные три напитка с сюрпризом. Три сока. Два София Прекрасная и один добрый динозавр от Диснея. Ну что, давай открывать, с какого начнем? С Софии? Да. Отлично. Тоже. О, здесь даже... стрелочки показаны, как открывать. И легко можно открыть. Здесь пунктирная линия специальная. Вот. Вот так красиво отрывается. И достается капсула. Так, капсула. Я тебе открыла. Доставай. А я пока открою тебе сок, чтобы ты попробовала. Так, вот. Сок мультифруктовый, вот такой вот оранжевый. Держи, пробуй. А мы посмотрим, что здесь попалось. Так. Что же это такое? Нам попался магнитик такой. И картинка такая цельная. Потому что нам попался еще... пазл, который надо сложить по этой картинке. Так, вот у нас вот такой вот получился пазл. Мы его собрали. Ну что, сок попробовала? Вкусный? Да. Отлично. Теперь давай откроем добрый динозавр. Да. Так, какой это у нас сок? Он тоже мультифруктовый. Также открывается. Также достается капсула. Держи, доставай, что у нас. И у нас здесь тоже пазл. Вот такой пазл. Так. Вот картинка, какой пазл должен быть. Вот такая вот татуировочка. И магнитик. Так, сок такого же вкуса, поэтому мы, наверное, его пробовать не будем. А у нас остается София Прекрасная, еще сок, тоже мультифруктовый. Давай открывать. Так, открываем. И пытаемся достать капсулу. Так. Мы почти собрались. А Вита тем временем собирает пазл. Ой. Держи. И что? И опять пазл. Вот он такой пазл. Нам София попалась. Магнитик. И вот картинка пазла. Вот, вот такие у нас призы попались. Вот в таких бутылочках сока. Вот. Это объем здесь 0,3, если я не ошибаюсь. И попадаются здесь в основном пазлы. Но пазлы красивые. И магнитики очень красивые. На холодильник подцепим. Особенно Софию обязательно подцепим. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Vita Channel. Всем пока-пока.